Совещание провел глава администрации Андрей Шубин. Комитет по городскому хозяйству доложил, что в городе продолжаются работы по проекту «Комфортная городская среда». Около дома номер один во втором микрорайоне идет демонтаж бордюрного камня. На этой неделе будут заасфальтированы дворы домов 7 в четвертом микрорайоне и дома номер 10 первого микрорайона. Тепловые сети второго, четвертого и шестого микрорайонов выдержали контрольное гидроиспытание. Дефектные узлы заменены, идут восстановительные работы. В образовательных учреждениях города проходит комиссионная приемка школ и садов.